Здорово, игроманьяки, с вами Джейсон, канал True Money Games. Мы продолжаем прохождение Sounds Park, The Fractured Butthole. И наша нынешняя задача мне абсолютно неизвестна. Ладно, пацаны, если где увидите карабку, найдите мне знать. Что-то много всего перед. Помощники, госпожи мэр, говорит, что сейчас не до кошек. Прости, енот. Делай селфи с разными людьми, набирай подписчиков. Ты можешь делать селфи с теми, у кого над головой есть значок фотоаппарата. Чтобы предложить кому-то сделать селфи, подойди к нему и нажми ZD. Да, я могу подойти к нему и сказать, чувак. Слышала о таком. Оп-оп-оп-оп. Так, масштаб плюс-минус. Разве это не весело? EQ, настроение. А, то есть мне надо... Я суров. Увидимся в интернете. Енотограмм. Еностограмм. Миссис Фрэнклин стала твоей подписчицей, но тебе... На тебя подписывают только те, кто делает с тобой селфи. Список подписчиков. Миссис Фрэнклин. В Инстаграме ты автоматически подписываешься на всех твоих подписчиков. Собирай больше подписчиков, чтобы увеличить уровень героя в анкете персонажа. Ничего себе, это круто, мега, убер круто. Селфи. О, как ты, говнюк, мать твою. Так, что я вижу здесь? Я вижу здесь что-то непреодолимое. Небольшая плешь. Костюм. Мне бы как бы залезть туда. К сожалению, наш персонаж не умеет прыгать. И стул я тоже взять не могу. Может, ты дашь мне, что чем я могу воспользоваться? Черт побери. Закрыто. Ну, конечно, это же не мой гараж. Look, I only selfie with popular people. Hey, привет! QPJs, kid. If you see Butters, could you tell him he's grounded again? Butters. Нет, сюда нет. Я посмотрю, что у вас расходный материал. Happiness is a clean house, right? Right? Помешан на чистоте? Как же я забываю все время про этот долбанный... Холодильник. Вот так вот исследуем пространство, пока и время. Собираем полезный или не бесполезный лут. Что здесь? Здесь какая-то кнопка. Странно. Пока я собираю кучу хлама. Ну, этот хлам я могу продавать в торговом магазине Картмана. Закрыто. Оп-оп-оп-оп-оп. Home sweet home. Я так понимаю, здесь больше ловить здесь нехрен. The king's back. The king is back. Ничего себе селфи, это не селфи. Это прям какая-то хрень. Оп! А, я просто сфотографировался, это, наверное, не селфи. Sorry, I don't follow just anyone on social media. Come on, stupid. А ты-то чё, не хочешь со мной сфоткаться? Can't get this mailbox open.
Чё там? Hey, I'm just a civil servant, kid. Oh! Треснувших предметов. А у меня тут нет треснувших предметов. Чувак, а может мы с тобой поговорим? I'm busy, kid. Ить! Мне бы что-нибудь. О! Покмоны! Это было так модно. А я не вижу треснувших предметов. У меня здесь нет треснувших предметов, боже мой. You're the real deal, little superhero. Так, окей, я помог тебе, что теперь? Ты сделаешь со мной селфи? Selfie? Sure, kid, let's do it. Эй, чувачок. Давай я сделаю, что я тебя боюсь почтальонов. Okay, nice. Здорово, супер же, круто. Okay, I guess you're popular enough to selfie with. Достаточно популярен, чтобы сделать с тобой селфи. Я тебя не люблю. We're friends now, I guess. Да, мы теперь друзья, сто пудов. И чё, я пошёл домой? Ты всё ревёшь? Don't worry, baby. When I'm dead, the pain... Когда я умру. Так, давайте прогуляемся по улице. Это только время и пространство. Я тебя понял. Ловить мне здесь нечего, идем, значит, в другую сторону. Так, а что в моем гараже? Ну, собственно, я видел уже все, что в моем гараже. Теперь мы можем. Давай селфимся. Эй, улыбнись. Ну давай, ну чё ты? Not bad, bud, ho. You're gaining followers pretty fast. Keep up the good work. I'm still having trouble reaching some of the Kuhn friends. You might want to see what's going on. Анкета персонажа, так. О, карта появилась, раньше ее не было. Ух ты. Нажмите Q, чтобы... Основа Супер Крейга. Поговори с Супер Крейгом у него дома. Встретиться с Кайлом у него дома. Крейг или Кайл? Крейг или Кайл? Ха, неплохо. Чпаньк или чпаньк? Давайте по порядку действовать. Быстро переместиться туда, я не думаю, что у нас будет возможно. В анкете персонажа у нас... Что теперь? Ни хрена. Нам не дают сюда зайти по какой-то причине. А вот и мини-карта. Мы с вами в этом квартале, и нужно нам попасть в этот. Ну, чисто теоретически, мы можем взять тогда в нашем квартале выполнение квеста, согласитесь. Опс. Карта установлена. То есть до этого она была не установлена. Окейушки, ладушки. А измените место... Я все не хочу нажать как-то. На Escape. В анкете персонажа отслеживает свои успехи в супергеройских приключениях. Зарабатывай звание, чтобы заполнить анкету. За это ты получишь опыт, а енот оставь ящики для игрушек награду. Источник энергии, анальный проход. Как я мог не догадаться сразу. Так, а что здесь 2-то? 2-2-2. Авторитет 2 уровня, 1 уровень освоен. Ладушки. Так, карта. Ну, пойдемте к нему сходим. Пойдем с Кайлом встретимся.
Вот, я смог перейти. Чуть дальше надо пройти. Hey, kid, you know anything about this? Somebody's keying my wife's car at night. It's happening every night. I thought it was just one of you damn kids, but well, here, come here, take a look at this. Whoever's scratching the car is also leaving notes. I'm just scared it's a jilted lover or something. You won't forget me that easy. I thought we had something. I'll tell the world about you, bitch. Listen, I'm sick of having to buff this shit out. If you can catch whoever's keying my wife's car tonight, I'll follow you on Coonstagram. Trust me, you want me as a follower. I'm a pretty big deal in this town. Клёво, он полирует эту тачку. Если я поймаю того, кто оставляет царапины на его тачке, то на тачке его жены, тогда он на меня подпишется. Я просто счастлив. That's home base to human kite. Perhaps you can find him inside. Я дошел, он здесь живет. О, лестница. Пускацес. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Оп! Есть еще стульчик. А вот стульчик уже, кстати, взять нельзя. Обидка. Так, окей, заходим внутрь. Если я в правильном направлении. Да, человек... как тебя? Really? You sent a newbie to my distress call? You're such a dick, Coon. Sorry, kid, but my problem is too big for a rookie. A few days ago, there was an anomaly in the universe. Another version of me, the human kite from an alternate dimension, showed up here and is destroying everything. Right now, it's upstairs in my room. I don't think anything can stop it. Серьезно, ты думаешь, я не смогу его остановить? Да я остановлю все, что угодно. Нет такой вещи, сыворотка оживления, кстати. Нет такой вещи, которую бы я не смог остановить. Задний двор. У тебя здесь что, взлетная площадка, что ли? Прикольно. Хорошо иметь задний двор. Сдается мне. Ладно, потом, может быть, он продемонстрирует мне свои супер экстравагантные способности. Так, здесь тоже можно что-то спереть. Желудочных газов. Закупорена бутылочка, биологическое вещество. Ты старый добрый еврей. Human kite from another universe is behind this door. I can't fight him for obvious reasons, you know, alternative universe paradox shit. So you are going to have to take him out. You've got to really kick his ass, dude, so that he wants to return back to his universe on the East Coast. You ready? All right, go get him. Zoom. Oh, hey, Kyle. I'm big. Who's your friend? Did he come to play with us? All right, me from another universe. It is time for you to go back to your universe. What do you mean, Kyle? We're a team, remember? I'm not from another universe. We're like best super pals. As you can see, he is the one running around giving the human kite a bad name. He was sent here to destroy me and weaken my power. No, no, I came to spend 2 weeks with my cousin and wanted to play superheroes. And then he said, okay, what superhero do you want to be? And I said, I want to be a human kite. But he said, you can't be human kite. I'm human kite. And I said, well, why can't we be human kites together? So I went to Aunt Sheila and I said, I want to be human kites together. And she told him he had to do what I said because I was the guest. Remember? I'm sorry, me from another universe, but it is time for you to learn that playing superheroes is too painful. New kid, you must now destroy my alter ego. Oh, Jesus, we're gonna fight? That's right. If you really want to play, then this is how you do it. Well, all right. Anything to make me and my cousin more alike. Prepare for battle, weakling. Prepare to battle. Одолей самозванца. I haven't done a whole lot of sparring. Is this a no-contact thing? Full contact, not sparring. Oh, I'm afraid that's impossible. I didn't bring my pads. It's happening. Get him, new kid. Давай, вали его. Пиу-п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 иу. Бум, удар головой. Минус 20. Ой, аккуратнее, не разбей мне очки. Серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Надо всегда нажимать на эту хрень. Так. Мне бы еще, знаете, писали бы, что оно делает. Вот номер 3, что ты делаешь? Гастроудар бросает назад ряд настоящих врагов, вызывает у них тошноту. Тошнота — это тема. Okay, I think my inner ear fluids have stabilized now. That last hit didn't count, right? I'm undoing that damage, okay, Kyle? Phew. Она отменяет нанесенный удар? Серьезно? Ох ты, я ж не успел нажать опять. My stomach is very unsettled. Maybe some tea would help. Чаёк тебе обязательно поможет. Чаёк тебе обязательно поможет, но это будет позже. 26. Атакуешь меня? Атакуешь? Атакуешь? Я просто пытаюсь прочитать и отвлекаюсь на эту фигню. Он сейчас применит какой-то щит. Блин, я против такого дерьма. Будешь атаковать? Двоюродный брат Кайл только что применил защиту. Она обозначает синей полоской над полоской здоровья. Защита поглощает весь урон, пока не иссякнет. Я понял вас. Так, ну что, я могу тебя отравить, раз тебе стало легче? Вообще, это обманывает меня. Успел. О! Oh, goodness, this is the last affliction I need. Что-то он применяет на меня, да? Super ultimate power, get ready. Super ultimate power? Okay, Wrath Kite from an alternate universe. Из параллельной вселенной. Он будет прыгать на меня с кровати. Ууу, 24 цента я заработал на этом бое. Так, у меня есть союзник, человек-воздушный змей теперь в моей команде. Он же Кайл. Слушай, ну раз мы с тобой теперь такие друганы, мы, наверное, сделаем селфи. Okay, yeah, just two heroes hanging out. Типа мы такие мега крутые, давай сделаем суровое лицо. Я просил суровое лицо, но по крайней мере они все улыбаются. На моих снимках это уже что-то. Я и по остальным комнатам тоже пройдусь. Бутылочка наркомана. Ключевой предмет, между прочим. Все, выходим отсюда. Ну, конечно же, туалетная комната — мое любимое место во всех этих домах. Как-то можно будет в дальнейшем, возможно, и наверх залезть. А вот и комната младшего брата Кайла. Кто я? Я хочу сделать с тобой селфи, конечно. Эй! Айк! У тебя тут ничего нет? Ха-ха! Прикольно. Теперь у меня авторитет 2 уровня, еще больше людей захочет со мной сфотографироваться. Ох уж эта популярность. А, ну в принципе я здесь уже все видал, все открывал. Так что можем выходить и идти на помощь нашему другому герою, который нуждается в нашей помощи, по крайней мере. Так.
Мне нужно как-то... А кто же здесь живет? Мне так нравится, что я могу заходить вообще в любые дома. Тебе нужны резинки. No way, Kurt. Your follower count is way too low. I gotta protect my hashtag brand. Ну, я бы думал, тебе потребовалось бы со мной все-таки сфотографироваться. О, и у меня установилось создание, то есть в мобильнике я могу что-то делать. Стэн. Ну, я пока полазю здесь, пособираю хлам и все такое. Игрушки Стэна. Сок нельзя разбить. Аквариум, он бы очень расстроился. О, я вижу трещину. Трещину в стене, можно ей воспользоваться. Нифига себе, лифчик можно нагло одеть. Я не могу упустить такую возможность. Голова. Лифчик. Да. Можно еще, кстати, изображать принцессу. Как это делал Кенни. Желтенькие перчаточки. Новые очечки. Вот типа трусы нагло одел и лифчик. Слушайте, ну чем плохо. Волосы на лице, что-то новое появилось. Яйца волосатые, вот пожалуйста. Нет, я против такой фигни. Новые прически, залысину я же находил. Точно-точно, помню. Так, создание. Что мы здесь можем? Приложение создания позволяет смастерить кучу полезных вещей при помощи рецептов, которые ты находишь по мере игры. Антидот. Убирает все негативные эффекты, не влияет способность к регенерации в начале хода. Пускай будет. И уровень мастера еще прокачивается. Я костюм, артефакты и предметы для создания. Ух ты, как тут все интересненько. Подождите. А, я думаю, здесь еще есть проход. Что здесь? Здесь труба. Но я ничего не могу сделать с ней. Странно. Закрыто. Хорошо. Тогда уходим отсюда. Ладно, ребят. Я к вам, может быть, зайду попозже. Так, следующая наша задача. Где человек, который нам требуется помощь? Вот он. Мы выдвигаемся в другой район. Да, соцсети всемогущие и вездесущие. Я не могу пристать к этому человеку. Я хочу с тобой сфотографироваться. Ну, она не хочет со мной фотографироваться. Берегись. Шестиклашки. Everyone knows Kiefer's mom has the nicest boobs. Dude, shut up about my mom's boobs, bruh. Six craters are way too powerful for you, rookie. Just keep walking. Don't even look at them. Hey, look at the stupid little fourthy! You better get lost, dork! Я тебя понял. Хлам. Пустая колба. Why don't you make me... When I finish kicking your butt, I'm gonna kick your stupid frog's butt. Frogs don't have butts, they have cloaca. И чё? Ну, нацелился я. Дом Джимми, и что? Какая-то хрень. Может мне просто подойти и врезать ему? Преимущество в бою, я нанес первый удар. Начать бой. Так, нас двое против него. Ну вы знаете, что первая атакующая моя возможность будет... Отравление. Ой-ой-ой!
Зафейлился я немножко. I'm still the bully. Ты все еще бык? For fourthy scum, you guys are kind of scrappy. Ой, мокрый Вилли. Чтобы быстрее зарядить его, также запустить, значит, зажми во время вражеской атаки. Ew, so gross. Фу, какая гадость. Гадость будет, когда его будет тошнить. Да, детка. Lasers online. Так, номер два. Номер... А! О как! Что-то умеет человек, воздушный змей, получает защиту. Номер два. Перемещает к себе союзников и исцеляет их. Номер один. Из глаз воздушного змея лазером. Я не против, чувак. Just calculating some trajectories. I'll be ready in a sec. Сейчас. Можно стрелять? Минус 3 сестры. Кстати, неплохо. Wow, you're so brave. Ты такой сильный и храбрый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зафейлил. Shut up, Forthy. I can't say no to kicking some Forthy ass. Titty twister! Uh-oh, that looked painful. Он закрутил мне соски? Серьезно? Oh, I'm up? Okay. Titty twister. Но опять же, мне вот это честно ни к чему. Давай еще один лазер. You wanna put some aloe on that. You got him on the ropes. Теперь я могу ему нормально врезать. Yes, о, минус 20 уже неплохо. Он, кстати, почти повержен. Сейчас он мне даст поддых. I totally know how that feels. Давай, пускай он вылечит меня, что ли, я не знаю. Back in business. Прикольно. Так, ну и чё, ударом. Shut up, wuss. Кулаком прям по лицу. New kid, I like the way you punch. Ну чё, им осталось ты чуть, в принципе. Nothing else beating on you guys is really therapeutic for me. Он опять мокрую Вилли мне делает. Да ладно, как это? Я же нажал. Time to fly. Добивай его. Wow, you really beat him. You saved me. Победа! И 20 центов еще заработано. Новый уровень. Wow, nice work, new kid. You took down a sixth grader. Keep it up. Ну и что, дружище, что расскажешь? You're my hero. You totally saved my life and my frogs. You really want a selfie with me? Давай, чё нет-то? What you gonna selfie? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я боюсь его. Watching you defeat that sixth grader was so cool. Maybe I can become as strong as you one day. Закрыто. Я зайду к тебе домой, ты не против? Привет. Help Jimmy finish up his big project, and sure, I'll take a selfie. Can you help Jimmy out with this little project first? Я все, я понял. Проект, проект, проект. Какой-то проект у Джимми есть. Антидот. Больше здесь ничего. Терренс и Филипп, они, кстати, смотрят. Jimmy certainly makes... Определенно, Джимми интересные друзья, которые носят на голове бюстгальтер. Это вот это, что ли, его маленький проект? Что здесь куча каких-то записей. Ладушки, выходим отсюда. Идем дальше. Ну, пока я набираю лут. Наверное, скоро я перестану это делать, ну, потому что на это уходит большое время. Мы пытаемся просто, да? Пытаемся что-то насобирать для дальнейшего крафта. И каждый дом пока обойдешь, пока в каждую комнату зайдешь, собственно говоря, пройдет хреново туча времени. What parent would let their kid dress like that?
А ты что хочешь-то? Может, тебе помочь чем-то? You're my hero. You totally saved my life and my frogs. Хорошо, я понял тебя. Не сегодня. Так. Soon you will be approaching Super Craig's Fortress of Solitude. Super Craig hasn't checked in. I hope nothing's wrong. Где живет, да? You new here? You don't look like one of Henrietta's chums. Нет, это не Генри, это не тот дом. О, как. А почему я не могу это сломать? Что? Может мне пукнуть? Вот он. Greetings, citizen. It is I, Super Craig. Да. I'm sorry, but I cannot assist anyone with their problems right now. Super Craig can't find his guinea pig. Go tell the coon that I'm not playing until I find Stripe. He's not just a normal guinea pig. He belongs to me and my ex-boyfriend. That's right, Super Craig is gay. I'll bet Stripe is down in the basement again. We should start at the basement. That's the last place I saw. Маленький мальчик гей. Что еще им? Блин, чертова толерантность. I'm thinking maybe he smelled the dog food downstairs. То есть он где-то в подвале, скорее всего. В подвале на меня нападут какие-нибудь жуткие крысы или гигантские тараканы или еще что-нибудь. Может быть, какие-нибудь бомжи там у него притаились, откуда я могу знать. Я могу только догадываться и ожидать самого страшного. Ну ладно, давайте спускаться, чего уж там. Ты-три-ты-ты-ты-ты, маска звенка, ты где? Петарды, лост блокированы. То есть, как бы они мне типа, да, пригодятся. Look, is, vet, наверху, да? Как нам туда забраться? Я сломал какую-то коробку. Режим осмотра. Ну и что? Я вижу ее. Что дальше? Follow that guinea pig. Эй, стой! Не-не-не-не-не-не. Hit that thing. Whoa, shit! I can't believe you just did that. You're so good at this. Ой. Move that thing out of the way. Серьезно, мне надо вот, вот так вот будет делать потом. Hurry, do your thing, or he won't come out until he gets hungry. А что я должен перемещать? Вот wow, это? That looked like it required so much skill. Блин, ну куда он? Use the power of your ass to over... Он охренел и забалдел и сдох. Нет? Живой? Ха-ха-ха! Какая прелесть! Yes, еще один герой у нас, Super Craig! Stripe is the best superhero partner a Super Craig could ask for. Нет, конечно, клево, а селфи? Ah, yes. Who wouldn't want a selfie with the Craig of Steel? Давай мы с тобой что-нибудь там улыбнемся, не знаю. Ну, такие накуренные, типа. Okay, later, bud stuff. New kid. Да. Hey there, are you one of Craig's friends? You looking for Craig? Me? Let's just say I'm an art collector specializing in a delightfully modern and extremely confusing Asian art form known as yaoi. Crazy, right? But this stuff is worth a fortune to the right buyer. If in your adventures you find any of these, bring them to me. I will reward you handsomely. Серьезно? Кто-то хочет... Come back with any new pieces you find. Боже мой, он хочет, чтобы я привел ему на эту гадость покупателей. Черт побери, с вами был Джейсон Калтурмани Гевс. Мы продолжим с вами, ребят, в следующей части. Всем удачи и пока.